Люди с буквы «Ф» в имени часто в чем-то сомневаются. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. От душевного мятежа многие приходят к религии. Буквы «Н» приносят в характер отрицания и сомнения. Если их личная жизнь складывается удачно, то из этих людей получаются прекрасные супруги, заботливые родители, верные хранители семейных ценностей. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Экстремальные вибрации в этом имени указывают на благородство, достоинство, воспитанность, деликатность и уравновешенность. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.